Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Давно не выкладывала видео о шпицах, но это дело поправимое, потому что сегодня у меня есть новости. Начну по порядку, но сначала хочу поблагодарить вас за комментарии, добрые слова и толковые советы. В прошлом году шпиц Оливия родила щенков. Это были ее первые роды. Три мальчика и одна девочка нашли себе хороших хозяев. В своих видео мы делились с вами новостями и полезной информацией о родах и развитии щенков шпица. И в этом году решили продолжить эту тему. В начале декабря 2018 года состоялась вязка Оливии и уже знакомого вам Лаки. На этот раз было решено сделать три вязки с интервалом через день. В первой половине января у Оливии округлился живот и увеличился вес. Все как в прошлом году. Утром 24 января мы посетили ветеринара и сделали УЗИ, которое подтвердило беременность Оливии. По словам врача, в утробе матери три плода. В прошлом году был такой же диагноз, но тогда на свет неожиданно появился четвертый щенок – Маркиз. В период беременности Оливия чувствует себя нормально и почти все время спит. Она не доставляет нам хлопот и с терпением проходит плановые процедуры. Оливия стала старше и спокойней. Сейчас она редко играет и любит понежиться. Приложив ладонь к животу, можно почувствовать шевеление плодов. Со дня на день мы ждем приближения родов и уже приготовились к ним. Достали и реставрировали коробку, сделанную для рода в прошлом году, купили несколько пар стерильных перчаток, антисептик, шприцы, приготовили спринцовку, чистые тряпки, полотенца, ножницы. Для новорожденных мы выделили пластиковый контейнер, в который постелили плед и положили электрогрелку, надеясь, в контейнере щенкам будет тепло в первые часы после рождения. О новостях буду держать вас в курсе, а о подробностях и о том, что осталось за кадром, вы можете узнать на нашем новом сайте shpits42.ru в разделе «Помет 2019». Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока!